Глава 23 книги Иова. «И отвечал Иов и сказал, «Еще и ныне горька речь моя, страдания мои тяжелее стонов моих. О, если бы я знал, где найти его, и мог подойти к престолу его! Я изложил бы перед ним дело мое, и уста мои наполнил бы оправданиями. Узнал бы слова, какими он ответил мне, и понял бы, что он скажет мне». Неужели он в полном могуществе стал бы состязаться со мною? О, нет! Пусть он только обратил бы внимание на меня. Тогда праведник мог бы состязаться с ним, и я навсегда получил бы свободу от судьи моего. Но вот я иду вперед, и нет его, назад, и не нахожу его. Делает ли он, что на левой стороне, я не вижу. Скрывается ли на правой, не усматриваю. Но он знает путь мой. Пусть испытает меня, выйду как золото. Нога моя твердо держится стези его, пути его я хранил и не уклонялся. От заповеди уст его не отступал, глаголы уст его хранил больше, нежели мои правила. Но он тверд, и кто отклонит его? Он делает, что хочет душа его. Так он выполнит положенное мне, и подобного этому много у него». Поэтому я трепещу пред лицом его, размышляю и страшусь его. Бог расслабил сердце мое, и Вседержитель устрашил меня. Зачем я не уничтожен прежде этой тьмы, и он не сокрыл мрака от лица моего?